Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения налога на самозанятых при сдаче в аренду движимого имущества. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда работник сдавал в аренду движимое имущество работодателю. Соответственно, возник вопрос, можно ли применять в такой ситуации налог на самозанятых, либо иное название – налог на профессиональный доход. Рассматривая описанный случай, Минфин указывает на то, что в законе о налоге на самозанятых существует ограничение, которое связано с тем, что налог на самозанятых не применяется в отношении услуг и работ, которые оказываются работодателю. В такой ситуации, по мнению Минфина, при сдаче в аренду движимого имущества работодателю налог на самозанятых применять нельзя. Вообще следует заметить, что эту позицию как Минфина, так и вообще законодателя критикуют, поскольку в описываемой ситуации очевидно, как работник, так и работодатель не пытаются скрыть трудовые отношения. Однако следует признать, что все-таки вывод Минфина основан на положении закона. Таким образом, работникам и работодателям необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.